И всем привет, друзья! С вами снова Кот. Продолжаем проходить кампанию «Никто, кроме нас» в игре Arma 3. Следующая миссия, соответственно, также и называется «Никто, кроме нас». В прошлой миссии мы наткнулись на какую-то банду бандитов или повстанцев. А теперь будем зачищать от них остров. Едем на задание на БТРе. Остров Терск, 2007 год. Я уже думал, приехали. А, ну да, почти приехали. Нужно проверить два этих сектора. Ну, ребята, теперь наш черед. Пора задать им жару. Ну, пойдемте, зададим им жару. Только их сначала нужно найти. Ладно, пойдем за командиром. Я думаю, он лучше знает, куда идти надо. Мина! Все, к бою! Это хреново. Надо подойти поближе. Вижу цель, солдат. Направление 200 метров. Прием. Все равно далеко. Да. Опасно. Но да ко мне я все равно дойду. В любом случае. Минус. Ребята, что у вас там так дофига? Ладно. Ерунда, сейчас всех отстреляем. Справа движение. Минус. Вроде как. Минус. Хорошую я позицию занял. Гранатометчик минус. Готовый.
еще один минус. Тут лишь бы справа не обошли. Похоже, их количество уменьшилось. Да. Зацепило. Где вот эта крыса? Вот он. Так, этот тоже готов. Еще один отстрелялся. Похоже, все. Они отступили. Запрашиваем транспорт для эвакуации пострадавших. Возвращаемся к БТРам. Здесь нас ждет подкрепление. Вот эти ребята. Третье подкрепление получил. Ждем указаний. Идем проверять следующий сектор. Кстати, в БТРе можно пополнить боекомплект. Ладно. Припасы пополнили, можно идти дальше. Это коробочки. По нам гранатометы работают. Одна коробочка подбита. Третий, возвращайтесь к коробочкам. Им срочно требуется ваше прикрытие. Идем обратно. Значит, не всех там добили. Или новые откуда-то подошли. Да, какая-то техника сгорела. Тут надо осторожно идти. Кругом противники. Вот один в БТР целился уже. Еще один минус. Где-то, похоже, снайпер работает. Опять этот со своей винтовкой. Где бы его только найти? Где-то засел. А БМДшка сгорела. Минус. На этим пацанам тоже не повезло. А вот этого вроде вылечить можно. Давай, братан, сейчас я тебе помогу. Держись.
Так. Ну вот где они тут? Гранату тебе. Все? Отстрелялся? Похоже, да, он за той елкой был. Теперь его там уже нет. Ну, я его 100% убил. Похоже, все. Ну, сейчас наши подойдут, может, еще кого постреляют. И противник, может, еще откуда-то подойдет. Я-то быстрее всех прибежал. Ну вот, я же говорил, кого-то обнаружили. Вот суки, они над нами издеваются. Да когда я тут полчаса походил, я так же подумал. Нужно еще отряд. Нужно взять их в кольцо. Они работают несколькими группами. Так, что дальше будет? Часть задания мы тут выполнили. Неплохо так накрыли. И на этом, судя по всему, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока.